Отмена компенсации на приобретение тест-полосок и расходных материалов для больных с сахарным диабетом связана с 232-м постановлением правительства России, которое существенно ограничило полномочия города в области финансовой поддержки социальных программ. Это не значит, что вот это постановление не будет работать, деньги нам будут выделяться, но они в основном будут направлены на другие вещи, связанные с инфраструктурными решениями по городу и так далее. Меры поддержки инсулинозависимых в первую очередь были рассчитаны на детей. В прошлом году по программе финансирования больным с сахарным диабетом было выплачено более 2,5 миллионов рублей в качестве компенсации расходов на приобретение тест-полосок. Порядка 800 тысяч на расходные материалы, а также более 3 миллионов на одноразовые иглы. Нам было указано, что мы, извините, превышаем свои полномочия в данном вопросе, так как не имеем данных полномочий в социальной сфере. Мы взяли тайм-аут, то есть мы не отменили эту программу, ищем какие-то варианты. Но пока на данный момент мы понимаем, что это социально важная вот эта программа, но на данный момент к тому, что было, возврата нет, понимаете, ищем другие варианты. Начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава Нижегородской области Наталья Чекурова пояснила, что начиная с 6 марта для инсулинозависимых саровчан будет работать схема «пациент, врач, рецепт, аптека». То есть больные с сахарным диабетом будут получать не денежную компенсацию, как это было ранее, а непосредственно препараты и расходные материалы через клиническую больницу. Чтобы было у всех понимание, механизм будет такой. Пациент, как и раньше, приходит к лечащему врачу. Лечащий врач выписывает рецепт на необходимое медицинское изделие. И дальше уже с этим рецептом пациент идет в аптеку, куда он всегда ходит за получением бесплатных лекарственных препаратов для получения расходных материалов. Нам нужно сделать определенные расчеты для того, чтобы заложить это и в закупку, и в процесс доставки, для того, чтобы уже необходимое количество нуждающиеся получили. Поддержка этой категории саровчан со стороны регионального Минздрава будет осуществляться в рамках территориальной программы государственных гарантий. Тест-полоски и расходный материал, который инсулинозависимые будут получать по рецептам от врача, будут преимущественно отечественного производителя. У нас есть ряд детишек, которым вы помогали, у которых установлена определенная модель помпы, и именно к этой помпе подходят только определенные модели тест-полосок. Что касается тест-полосок, здесь мы уже действуем в рамках общих норм, в том числе 44-й федеральный закон, где распространяется требование о недопущении дискриминации отечественных производителей. Если по каким-либо причинам у больного возникнет дефицит тест-полосок и расходников для инсулиновых дозаторов, средства на это будут изыскиваться из резервного фонда, и пациент будет получать частичную компенсацию понесенных расходов. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 40. Дарья Цыпарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.